котики всем! Привет всем моим подписчикам. Шлю вам воздушный поцелуй. Соскучилась по вам. Вчера я была очень занята, не смогла зайти в эфир. Йо, чунджин ма. Чунджин, нега, ойо. 我有真的不用那个假的 你是哪一种呢? 中间还是什么? 中间那个iPhone的中间 不是这个 这个线是吗? 对,多少钱,真的多少钱 原单的 多少钱这个? 这个55 原装的 很好用,我自己都在用 都是我了好 这个算数了。对对。这个算数。哎，拿这个吧。красотка, красивый. Вышла, и пока я там была, тут такой дождь прошел, как Мамай прошел, прям, как Мамай. Вышла, все мокрое, везде отовсюду капает, но дождя уже нет. О, мне надо чемодан купить какой-нибудь. Такой не очень. Там. Чикатуша очень. Как вам этот чемоданчик? Неплохой, мне кажется, да? Кто же очень джига? Пифатя. Я ушига. Шига. Да. А, лямбай па. Лямбай па, шима. Добрый вечер, куда идет? Нарядная сегодня. Да нет, не нарядная, в спортивной форме. Внизу у меня леггинсы. И удлиненная кофточка. Все. Так. Чем в России? Там дешевле, чем в России. Не могу понять, о чем вы. Бэтмен. Так, красавица, спасибо большое. Thanks so much. А вам не дают вещи поносить? Цели рекламы. А китайцы? Для китайцев я не знаменитость, девочки. Ну и потом я же шли на телевидении. Сейчас очки красивые, что за марка. Ой, Марк Джакобс, по-моему. Да, Марк Джакобс. Красивые очки, красивые, дешевле цены. Марина, где вы? Ходили квартиру в Москве или в Грузии? Где вы хотели квартиру в Москве или нет, в Москве, конечно, в Москве. Бритиш, спасибо. А вот, прочитала твое письмо. Очень красивая, спасибо вам большое. Не мяхао, тега бокса, Rolex-а да бокса, дошел чем? Rolex-а да бокса, 30, 40, 50. 五十八十什么为什么那个 30, 30 不用八十给我看一下 девочки подождите на минутку вот 喂老三啊这个是八十是吗感情几个
都有吗？那个都有，是不是？要五毛的，要五毛的。哦，给我你的名片号吗？你的名片给我，我有三个。等一万就得啦，我整整我整一万。谢谢，这个是真的八十吗？对对，要给吧。好吧。我现在多少时间？我们现在。 4-й, 5-й час. Ой, я кое-что увидела. Сколько душа очень? 3 хай. 3 хай, ма. Ой, так хочу это купить, девочки. Но у меня есть ли наличные, не знаю. А выходить не хочется из-за эфира, потому что хочу с вами пообщаться. Вот, вот, вот. Сейчас еще, если рубль найду. Okay, let me go. Я сегодня первый раз ем. Сегодня не ела. Потому что вчера поздно поела. Она пустая, девочки. Не думайте, что я ем какую-нибудь... Там реальную булку с тестом. 7500 такие очки, это японское стекло, японские стекла, ну, диоптрии. Как вы хорошо разговариваете на китайском. Это прям мой язык на самом деле, если честно. Вот. Я, к сожалению, моему большому, вот русский язык, это не мой язык. Он у меня не идет, вот не идет и все. Вот. Китайский прям вот у меня и произношение. А я очень пожалела, я очень жалею о том, что как только приехала, мне сразу надо было поступить. И надо было закончить. Столько было предложений всяких разных. Поступить на Ханьюань, потом на бакалавры и дальше. И я вот поленилась, не сделала этого. Жаль. Сейчас жалею об этом. Потому что язык у меня очень прям хорошо идет. Хорошо идет. Пан умирает от любви к своей блондинке. А кто такая блондинка? Я не знаю. Такой блондинки, это опять новые новости. New news. Марина Муклакпан уже купил квартиру. Да, разбежался. Знаете? Когда люди чего-то говорят, они не просто говорят, они для чего-то говорят. Тем более такие люди, как Пан. Он, прежде чем я зашла в эфир, он мне сказал. Сначала его мечта была как, ой, я тебя так люблю, прямо обожаю и без тебя жить не могу. А потом говорит, не надо это записывать. Хотя он надеялся, что я это буду записывать. Я, конечно, это не стала записывать. Я его всегда просчитываю. Ему это было нужно для чего-то. Потом сказал, зайди в эфир, я сейчас зайду, кое-что тебе напишу. Я захожу в эфир, и он мне пишет, как он меня любит. Думаю, ладно, посмотрим, что будет завтра, когда протрезвеешь. Ни слова. Ни здрасте, ни насрать, извините за выражение.
Вот. Вчера, знаешь, когда он чего-то делает, я думаю, не один день, и не два, и даже не три. Я взвешиваю за и против. Я думаю, и у меня есть несколько вариантов. Вот он это сделал, может быть, для того, правда, по пьянке. А вот, может быть, даже и не помнит, что он это делал позавчера. А может быть, нет, он публично стал мне признаваться в любви. Когда Таня сказала, что он каждые полчаса на связи с Олей, я поняла, он это сделал для чего-то. У него очень плохой план по отношению ко мне, я уверена в этом. И чтобы люди его не подозревали ни в чем, он это специально сделал для людей. Вот как я ее люблю. Ну, теперь, что бы с ней ни случилось, я не виноват. Потому что вы сами видели, как я его люблю и признавалась. Ну, что-то в этом роде там. Я всегда его прокусываю. Это не так сложно просчитать пана. Мы с Татой поругались? Нет, конечно, вчера общались. На обучение надо денежки иметь. А в то время у меня денежек было немало. И не так дорого стоило поступить на Ханьюбань, например. Первый год. Первые два года надо платить всего по 25 тысяч юаней за семестр. Ну, это 3 тысячи долларов где-то. 4 тысячи долларов. Вот. В то время 4 тысячи долларов для меня. Не хочу хвастаться, но я могла бутылку коньяка купить за 3 тысячи долларов. Иногда бывало такое, но я коллекционировала их. В то время у меня не было таких проблем. Он, наверное, не выбирает квартиру, поэтому в эфир не выходит. Ну да. Я вчера ему, знаешь, я послушала Таню, что он каждые полчаса звонит Ольге. Я начала думать. Как-то же он перед ней оправдался, значит, ей что-то сказал, рассказал, что так надо, Ольга, для того, чтобы... Мог бы ей не объяснить, просто так надо ему. Вы что, хорошите, хорошите. Ирина, помолодели, спасибо. Вы хорошите. Вы хромаете, что ли? Да, у меня одна нога короче, чем вторая. Сантиметров эдак на 30. Новая тема. Господи, прости. Марина, пан не может пережить ваши успешности. Решил возвращать вас. Он меня возвращать нисколько не решил, девочки. Вы очень ошибаетесь, и вы плохо знаете вообще человека. Он решил показать себя. Нихао! Ну давай! Это это моя подружка китайская. Hi. Ты在开抖音?
可以，我明天回来。现在有三号吗？有。三号，现在给我一个。好。可以，两个三号。行。这个是三号吗？嗯，三号。OK，等一下。就是三号。我在微信发给你，就微信发给你。没事，好吧。哇，好想你。 啊，好好吧，好，微信现在发给你，不着急啊，然后两个那个也要，这个两块钱是吧？照片是不是？对对对对，你发给我多少钱以后？好的，没事。现在两个，两个，两个，两个要。好，三个给我，三个给。嗯，好，拜拜。 明天叫你，好吧。Привет, к замечательному человеку. Привет, Анюточка, привет, моя хорошая. Пан не любит, дергает, как за марионеточку. Отходите от него, шлет поцелуйчики, чтобы дергает вас. Марина, он не может пережить вас успешно. Да никакая я не успешная, господи, какая же я успешная. Обычной жизнью живу, стремлюсь чего-то, к чему-то, чему-то достичь, естественно, не без... не без цели, естественно, к цели иду. Каждый день что-то для этого делаю. Не может быть так, чтобы человек сразу пришел куда-то и сразу стал успешным. Но так не бывает, девочки, это сказка. Это нереально. Вот. Но то, что я, конечно, работаю над тем, чтобы все было хорошо, это факт. Вот. Вы правы, Марина, пан с вами играет, гоните его в шею. Быстро. Ой, пан не только со мной играет, даже с теми играет, которые думают, что... их безумно любят. Нам за вас бояться? Не знаю, не знаю. Нихао. Это что мы есть? Дак? Дак? Is it duck? Кауян ма? Кауян, что это? Это кауян ма? 听不懂呀，这个是烤盐吗？烤盐。什么时候这个烤盐呢？蛋。OK。所以给我这个十个。十个。给我拿一下。做那个。要喝要辣的。两个吧。要辣。对。four。four。要辣的。 你看四个吗 ？Four。No， 十个。Four。 不是 four，five six seven。 十个。十个对。Ten， OK。十个。我再告诉你，你把酒拿给你。你把酒拿给我。куда поддержите？ Я как можно та не верит? Я не та не верю, я просто знаю, о чем я вам говорю. Что происходит с планом?
Оля Татанина, он звонит. Ольге Оля Татанина в эфирах показывает. Там делает шоу. Ты гана, бна? Ты спим, манечка наша очаровательная. Что-то ты гана, бна? Он постоянно давит, ему нравится, как его любят. Чего лада, лада. Чего лада дует. Так, смайлики, комменты. Такие рассмешки. В59S. Как вы думаете, я пальцем деланная? И я чего-то не понимаю в этой жизни? Или вы умнее меня? А с чего вы посчитали, что вы чем-то умнее меня? О, Светочка, привет, моя красавица. Кого не любит? Любит только себя. Ты по рынку ходишь. Я знаешь, куда пошла? Я пошла за шашлычками из этого, из утки. Они такие вкусные. Я их домой заберу. Смотри, Светочка, смотри. Они такие вкусняшки. Китайский язык как собачий лай, пипец. То шо чен? У шо хуэ чен шо? Ига то шо чен, ига. Ига то шо чен. У хуэ чен, у шо хуэ чен. Девочки, мне придется на минуточку, видите, оплатить. Марина, вы? Нет, я не говорю, что я успешная бизнес-вумен. Мы ничем не схожи абсолютно. Я говорю то, что было в моей жизни, то, как я жила. Сейчас у меня такого нет. Что я не... Вот почему вы не можете верить в то, что люди когда-то могли быть успешны? Вот. Сейчас именно тот успех, и та память, и там именно тот опыт жизни дал мне вот этот сегодняшний день. А вот. И я уверена, что и сегодня также добьюсь, достигну всего, поскольку есть огромный, колоссальный experience, как будет на русском, господи, experience. Опыт, колоссальный опыт. А когда есть опыт не пропьешь, знания не пропьешь. У меня 2 высших образования. Это здорово. Шашлыки огонь. Да, именно вот то, что они утиные. Так, они такие вкусные. Свет, Марина. У меня... Она умная, мудрая женщина. Все сама знает, ей советы точно не нужны. Наталья, да, вы правы. Иногда люди со своей колокольни говорят, не зная ни меня, ни того, ни другого, ни пятого, ни десятого. Очень наивные вещи мне пишут, мне прям смешно. Ну вот.
пытается управлять Инстаграмом. Постоянно. Так он пускай управляет Инстаграмом, пускай он богатеет, пускай у него все будет хорошо, нет проблем, то вообще буду только рад за него, рада за него. Но зная его жизненные принципы и умственные способности, я знаю, что и для чего он делает всегда. Я всегда знаю. Вы сейчас успешны. Нет, сейчас я, конечно, это не успех. Это путь к успеху. Но это, конечно, еще не успех, однозначно. Марина, почему? Потому что все думают, что вы с Ковалевским все разводит ход, поэтому и не верят. Ну, вы можете думать, что хотите. Мне какая разница, что вы думаете. Я говорю о том, что меня беспокоит. Люди, которые... ну, хоть чуть-чуть меня знают, мою психологию, они поймут. А те, которые меня не знают и думают по-своему, те для меня, они для меня ничего не значат. Ровно так же, как и я для них. Марина, президент Трамп 4 раза разорялся в ноль. И поднимался, помнишь? А, да, Ренаточка, да. Маришка, вы замечательно. С огромной силой духа и с большими целями. Процветания вам и достижения всего наилучшего. Дай Бог, чтобы у меня хватило. Не только желание есть, а теперь мне нужны силы и здоровье. Силы и здоровья. Немножечко ума, немножечко везения. Вот и все. Остальное у меня уже наработано многими годами. Жизнь отдана этому опыту. Ни один день и ни один год. И даже не 10 лет. И даже не 15. Гораздо больше. Вот. Поэтому non-stop, I will go ahead. О, Марина, Ковалевский с Африкантовой думает, что-то все люди думают, что все люди лохи. Сначала Африка засирала Ковалевского для отвода глаз от мужа. Потом Ковалевский, типа, вас любит и жить не может, вот придурки. Не, Ковалевский, Африка это, знаете, если ей не скинули вовремя деньги, у меня такое впечатление, что они договорились, что Саша за что-то ей платит. Мне показалось, что вот кому-то 3 миллиона мало, а кто-то и за 2000 рад и счастлив, и делать все, что угодно. То есть кто-то дорого стоит, а кто-то очень дешево. А вот. И он, конечно, Таню решил, ну, задешево использовать. Почему бы и нет? Я бы тоже так же поступила. Почему бы и нет, если человек себя ценит вот так дешево? У каждого своя цена в этой жизни. Вот. Потом кто на что учился, это тоже. Вот. Таня просто начинает...
плохо о нем говорит, когда он уже запоздал ей что-то оплатить. А Ковалевский все, что он сказал, говорит, что, по крайней мере, то, что случилось позавчера, это как раз он хочет доказать всему свету, типа, как он меня любит, но на самом деле у него на уме что-то другое. Ну, чтобы подозрения отвести, мне так кажется, ну, это мое мнение, я же должна думать, вот я говорю сейчас свои мысли вслух. Я и так думаю, и эдак думаю, и один из моих мыслей, это вот это, чтобы отвести глаз от, не глаз, а вообще подозрение от чего-то, вот. О том, что они любовники, знают уже все. Марина, здрасте, как ваша диета? Успешно? Прекрасно. Супер успешно, я считаю. Не надо казаться умнее, чем есть, надо им быть. А я и не пыталась никогда казаться умнее, чем есть. Красотка моя. Красотка моя, сегодня отлично выглядишь. Мариночка, спасибо тебе, моя хорошая. Марина Цитаманин. I love you. Так. Так. Отфага. Давайте понаблюдаем за Отфага. Что она имеет против меня, не могу понять. Но давайте будем следить за этим человеком. Можно вести Инстаграм и заниматься блогерством, но не... Трамп разорялся, но владел миллионами. Абсолютно не согласна с вами. Каждый человек может владеть чем-то, потерять и опять владеть тем же, чем... Для меня то, что у меня было, это было достаточно. Я ж не Трамп, а вот. Конечно, моя ошибка была в том, что я открыла фабрику. Я не должна была это сделать. Я переоценила свои силы, но приобрела огромный опыт. Я же не говорю, что я поднимусь как Трамп. Но то, что я имела, а единожды создала... Это второй раз можно создать без проблем. То, что ты создашь единожды, это очень легко создать второй раз. Ну, девочки, тут ну, спорить не надо. Тата живет с Валерой? Нет, в Валерске. Можно вести Богинину. Поливать грязь людей, как Африка. Да, это очень плохо. Ковалевский-то и есть Саша. Да, Ковалевский-то и есть Саша. А дорого стоит это... Это ты, Марин? А кто-то и за 5 рублей на туалет. Здрасте. Вы массажером пользуетесь? Некогда, девочки. Вот последние дни на самом деле. Вот сейчас начнутся, у нас выходные будут 7 дней. И я начну, и начну прямо вот очень активно, правильно начну им пользоваться. Пан это... Таня его так прозвала. Нет, никакого родословности. Это пан, это каждый мужчина-пан в Польше. И каждая женщина-пани. Это как, например, в Турции Фенди. А вот.
что нам говорил, что у него корни польские. Коваль – это кузнец. То есть Кузнецов, если перевести его фамилию, ну, поскольку это с польского, польское слово коваль, Таня придумала пан. Как бы, что он... У меня диета очень простая. 18 часов не ем, 6 часов ем. Мария Рачула, привет, мини хат, мадло. Мини кони. Да-да. Хат-фага. Знаете, что я вам скажу? Если вы не можете выйти из моего эфира, я сейчас вам помогу тогда. Я могу помочь, чтобы вы покинули этот эфир, потому что ваш негатив мне абсолютно не интересен. Держите его при себе и живите с ним сами. На меня его выливать не надо, я даже не хочу это читать. Я в позитивном настроении, у меня шикарное настроение. У меня огромная вера в себе. Ту-ту-ту, слава Богу, спасибо тебе, Господи. А вот. И такие чмошницы, как ты, меня с пути не собьют. И то, что пишешь ты, это ты пишешь о себе. Ибо каждый человек судит о других через призму своего сознания. Вот сейчас пошла из моего аккаунта, иначе я сама тебе помогу в этом. Ну вот этот вот, Анюта, посмотрите. Хат-фага. Хат-фага. Вот прямо вот, кто за кем следит, вот за два, вот Виша тебя, она пишет, что-то там имеет какие-то подколы ко мне. Марина, там еще так не буду ходить. Видимо, нет эфира Африкантова и Александра. Понабежали сюда ку-ку. Скучают, не могут найти свое место, это точно. У вас отпуск 7 дней. Ну да, я поеду в Тайвань на 2 дня. Я вот везде была в Азии, кроме Тайваня. Мне очень хочется поехать туда и посмотреть. Вообще, в принципе, было бы очень логично, если бы я прилетела в Россию и сделала новую визу, поскольку тачка улетает в Монако, а потом в Майами. Я бы могла бы на это время Бетечку забрать, если отдадут. Вот. У вас энергетика суперская. Я об этом сейчас подумаю. Ну, наверняка билеты будут очень дорогие на выходные. Очень дорогие будут билеты. Вообще, конечно, это лучше сделать сейчас, чем в ноябре, потому что ноябрь – это самый такой сезон, и лучше не уезжать в ноябре, но у меня другого выбора нет.
Бабенко ку-ку. Слушай, давай, иди-ка ты нахуй отсюда. Овца какая-то. Наконец-то ты вышла в прямой эфир у нас. Смотрю, тепло. Здесь не то, что тепло, здесь жара невыносимая. Просто невыносимая духота, девочки. Это просто, я не знаю, куда уже от этого деться. А тата мне звонит и говорит: мама, у нас так холодно, так холодно. Нам Тайвань покажете. Конечно, я в большей степени еду, чтобы там эфир сделать. Там в Китае очень чисто, очень круто. Я не знаю, где вы были, в каком обществе, с какими людьми, но здесь прекрасно, здесь нереально чисто. Я не знаю, в каких городах, может, в Маньчжурию вы ездили, или еще в Хаюдао куда-то на Багдин. Но что касается Пекина, Шанхая, Шэньчжэня, Гуанчжоу, это безумно красивые города. Безумно чистые города. Не надо говорить то, чего нет. Но сами себя не выдавайте, что где-то вы находитесь в тех местах, где бегают крысы. Крысы в России тоже бегают, знаешь, в старых задрипанных домах. Вот поэтому, знаете, лучше уж промолчите, пожалуйста. Не продавайте себя до такой степени. Я вот за 15 лет крыс никогда не видела в Китае, нигде. Если только вот на границе с Россией есть такой маленький городочек Хаюдао, и то там не видела их. Там моют день и ночь, да, день и ночь. Там моют, моют, моют. Здесь моют постоянно улицы, окна. Наши, я в жизни не видела. Ты просыпаешься, и у тебя на окне человек висит, и тебе драит окна. Я в жизни в России такого не видела, чтобы на твоем окне кто-то висел и тебе что-то чистил там. Сколько раз такое было, что что-то по окну что-то стук. Просыпаешься, смотришь, а тебе там окно моют с улицы на 23-м этаже. Грязно прям. Грязно у вас в голове. Ой, что-то мне я запуталась, пока я с вами болтала. Сейчас я спрошу, девочки. Нихао чинайте, ой, я учитель тебя, баюн. Пиджичан, пиджичан, это пиджичан. Я вас обожаю за вашу комнату. Моя Тристана послала ее от души и по-русски. Ну а что делать, если объясняешь, объясняешь, человек не понимает. А потом еще и туда, ладно, меня оскорбляет, еще и про бабенку там что-то пишет. Пуши чуть-чуть делима. Си-си. А где тата? Таточка пока в Москве, но скоро улетает. Ну никогда не было в Маньчжурии, не знаю. Да, вот Ольга тоже летает сюда. Ольга знает, как красиво в Гуанчжоу. Она была везде. Наверное, не там, в Китае была очень красиво. Немного, намного круче, чем в России. Не, ну даже не сравнить. Это как Москва-Сити везде здесь. Везде здесь как Москва-Сити. В
городе. А вот. 走过去有点远，没有一点三公里。去见的吧？去见这里吗？然后见这里？我不知道。你可能要坐公交或者坐车过来。去就走是吧？不对呀、啊。坐车，因为有一点远。不用车，去见这里然后见的是不是？应该接这里，应该接这里。好，我知道，谢谢。应该是往那边。那边，然后就去接这里。好，谢谢，那是。Hey, say hi to my followers. Проскочила свой поворот, пока болтала. Как и во всем мире, есть города грязные и чистые. Китайцы жрут все таракашек-букашек. И тайцы жрут и таракашек, и букашек. Я в Тае видела столько, сколько я здесь не видела. А вот. Но если бы вы попадете здесь в хороший китайский ресторан, вот шикарные рестораны здесь очень дорогие, очень хорошие, то вы просто обалдеете, как они готовят, какие у них изысканные блюда. А вот совсем недавно были мы с Зорой, я даже фотографии выставляла в Шэньчжэне на фэшн-шоу. И вот там есть один доктор Лю, Зорин друг. И он собирал дизайнеров, Зору позвал, меня, всех позвал. Но я такого изыска нигде в мире не видела в своей жизни. Это было так, это такие блюда были там заказаны. Нет, не надо, говорит плохо о том. Можно сказать, что да, люди такие, как и своеобразные. Да, они всегда выжимают только свою выгоду. Да, они хитрые. Да, они не очень добропорядочные, я бы сказала даже. Но что у них плохая страна, нечистая, грязная, это неправда. Они двигатели мира. А вот здесь очень цивильно. Они поднялись экстремально и на первом месте сейчас в мире, не просто так. Вот в Индии, в Шри-Ланке кризис, я верю. Я стояла и говорила про Крис. Вы о чем вообще? Ни в одном аэропорту здесь крысу не увидишь. Здесь мега крутые аэропорты. Мега крутые. Марина, как Саша делала? Да никак, господи, это был такой. Или от того, что человек, может, выпил и ностальгия, а может, другой вариант, сделал человек для чего-то в будущем, у него есть какой-то план, нехороший, может быть, и чтобы этого, чтобы скрыть, вот.